Если вы думаете, что речь в сегодняшнем видео обо мне, вы ошибаетесь. Я хочу вам рассказать об одной из моих клиенток, и это редкий случай. Обычно, когда человек обращается ко мне за консультацией, я настраиваюсь на длительную и кропотливую работу. И нередко бывает так, что с человеком бьешься, разжевываешь ему все очень подробно, объясняешь, что можно, что нельзя. Но у человека все время находятся какие-то свои уважительные причины, чтобы не выполнять тот план, который я рекомендую. То к нему приехали гости, и он кушает тортики, то у него меланхолия и депрессия, и он заедает ее конфетами, ну и все в таком духе. Но вот этот случай был совершенно уникальным и довольно редким. Это был тот случай, когда мне практически не пришлось прикладывать никаких усилий к тому, чтобы моя клиентка добивалась положительных результатов. Я просто сидела и смотрела на Наташу, как она работает. Я сидела и любовалась, я смотрела и наблюдала, как человек растет, как она меняется на моих глазах. И проходил месяц за месяцем, и я по-прежнему не прикладывала никаких усилий к тому, чтобы у Наташи все получалось. И вот сегодняшнее видео – это рассказ о ней, о том, как у нее все получилось и где она нашла мотивацию для своих действий.